каким будет город трудовой доблести. В Магнитогорске скоро появится стела. Сейчас активно обсуждается облик будущего монумента и то, как преобразится прилегающая территория. Накануне состоялось заседание рабочей группы, где обсуждались предлагаемые горожанами идеи. На заседание рабочей группы начальник управления архитектуры и градостроительства пришел с внушительной стопкой распечатанных эскизов и парой макетов будущей стелы. Их в его управление прислали как простые горожане, так и профессиональные художники. Культурная композиция, здесь у них вот само описание, то есть указы президента и все на свете. Здесь вот у них вот пламя. Прежде горожане выбрали место, где появится стела. Это сквер Славы Магнитки. Теперь поступает много вариантов, посвященных обустройству этой территории. Например, большое число магнитогорцев хотят видеть там так называемый сухой фонтан. Это достаточно современный вид малоархитектурной формы. То есть это когда струи воды, они бьют непосредственно из земли. То есть можно, нет водяной глади, она скрыта твердой поверхностью, и самой глади воды нету. То есть у нас вот, допустим, струи просто бьют, они там с подсветкой. Очень эффектно. Такие примеры вот в Екатеринбурге перед пассажем. Там очень даже удачная идея, очень хорошо реализована. И она просто бешеную популярность у людей имеет. У детей, у всех вот, у горожан. Я думаю, что если у нас реализуется подобная идея, это будет здорово. Все предложения сгруппируют, те, за которые высказалось больше всего магнитогорцев, воплотят в жизнь. Установку стелы и работы в прилегающем сквере завершат ко дню города в 2021 году. Екатерина Хлёсткина, Антон Солохин, информационная служба медиагруппы «Знак».